Череда новогодних представлений – самое ожидаемое событие для детей, а особенно для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Им сложно посещать большие праздники, но так же, как и всем, хочется почувствовать атмосферу новогодней сказки. Вот уже 10-й год подряд молодежный центр инклюзии «Шаг навстречу» организует новогоднюю интермедию специально для особенных детей. У нас инклюзивный театр. То есть что такое инклюзия? Это взаимодействие ребят с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников. Все рассчитано на то, чтобы музыка была не громко, и чтобы каждому ребенку мог подойти актер. В представлении в гостях у «Снежной сказки» приняли участие волонтеры центра, студенты университета и колледжа Орехово-Зуевского округа. В этом году впервые в новогодней интермедии приняли участие ребята с особенностями здоровья, которые когда-то были зрителями. Я играла сегодня гномом. Мне это было не трудно, но и весело. Это у нас впервые. Они волновались, они готовились к этому долго. И в коллективе тренировались, и дома мы тренировались, чтобы не забыть ни танцы, ни реплики. Они детки особенные, вот, и им это на пользу идет. Они себя ощущают полноценным членом общества, и незаметна разница. Самым долгожданным моментом представления, конечно же, стало появление Деда Мороза. И ребята подготовились к этой встрече, выучили стихотворение. Завершился праздник самой приятной частью. Все участники получили сладкие подарки.